Сикс, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам о довольно старой серии Geek Shriek и монстряшке из этой коллекции Howlin Wolf. В серию входит 6 кукол. Это 3 куклы из первой волны, Howlin Wolf, Франкенштейн и Эбби Бэмнейбл, и 3 куклы из второй волны. Это Кэти Нуар, Гулия Йелпс и Джиджи Грант. В этой коллекции девчонки решили примерить на себя стиль гик-шик, стиль модной звучки, наиболее характерный для Гули Йелпс. Как мы знаем, она ученая и серьезная девушка. Хотя Гулию Йелпс идеальной подругой не назовешь, но она внушает уважение, и ей иногда нужно подражать. Название Geek Shriek серия кукол получила потому, что некоторые ученицы школы монстров решили попробовать себя в роли самой умной подруги – Гулии Йелпс. Сама Гулия в этой серии тоже есть, но только не в первой волне, а во второй. Гик – это помешанный над чем-то человек или же монстр, что-то среднее между фанатом и ботаном, а Шрик – это крик или вопль. Как мы можем заметить, тематическим аксессуаром этой коллекции являются очки. Это один из главных атрибутов гиков. Подставка, расческа или сумочка в набор, к большому сожалению, не входят. Ну а теперь давайте же рассмотрим коробку куклы. Коробка выполнена в черно-желтых тонах. На вставке изображены очки, колба и дневник. Внешняя часть коробки является пластиком, на котором приклеены герб Monster High и надпись Monster High. Слева коробки изображен арт персонажа, ниже имя героини и чья это дочь, правее значок коллекции Geek Shriek. На боковой стороне коробки мы видим красивый арт персонажа. Он такой же, что и спереди, но только более увеличенный. Наверху имя персонажа, а внизу герб Monster High. На обратной стороне огромная и милая мордашка персонажа Howlin. Под артом есть небольшие надписи, имя персонажа и история об этой серии. Ниже герб Monster High, а под ним девиз «Будь собой, будь уникальный, будь монстром». На внутренней части коробки изображена библиотека. Там есть стеллажи с книгами. Все в паутинках и черепках. И это выполнено в желто-оранжевых тонах. А теперь рассмотрим нашу милашку Howlin Wolf поближе. Howlin Geek Shriek напоминает мне Howlin из сета Epoch of Trouble. Однако общий у этих кукол только цвет волос. Волосы Howlin Geek Shriek длиннее и по-другому уложены. Они завиты в легкие локоны длиной до талии. У Howlin яркие распущенные волосы малинового цвета. Также имеются оранжевые прядки. В комплект к монстряшке идут желтые очки, которые сделаны в виде транспортира. А теперь приподнимем очки и посмотрим мейкап куклы. Макияж у Howlin мягкий и милый. Тени розово-сиреневые, область под бровью светло-оранжевая, губки нежно-розовые. Одета Howlin в черно-желтую футболку с рукавами до локтя и принтом в виде ежика. Скорее всего, это ее чудесный питомец Куша. Синяя юбка с красно-желтыми принтами, изображениями циркуля, кубика, процентов и других математических символов. В общем, по ее аутфиту понятно, что тема гиковского стиля Howlin – это геометрия. Ботильоны желтые, платформа украшена циркулем. На очках и ботильонах засечки, как на транспортире, а на каблуке – изображение циркуля. На этом наш обзор на Howlin подошел к концу. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал Белевикс, ставьте лайки, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка, как обычно, в описании. И be cool and crazy! Пока-пока!